Всем проснулся, я уже отправляюсь домой. Запах руки в карманах, понят ворот, куртки на сумерки над головой. Закрываясь движение, иду к остановке. Вчера был удачный день. И совсем оклемавшись от веселой попойки, сиденится моя тень. Домой, 156-й. Чья-то квартира, хозяин всегда ждет гостей. Пускай ни столов, ни шкафов, ни сортира, этот дом всегда полон людей. Всегда в нас присутствие незнакомые лица. Кто-то смотрит в окно, кто-то спит. Кто-то очень устал, хочет сесть и слиться на того, кто просто сидит.